такие покупочки я сегодня сделала. Купила помаду Дюваш Вельвет. Это тон 13. Здесь не видно. Такой розовый красивый цвет. Шакиру Дэнс купила. Diamonds. До 25-го срок годности. И Lacoste Intense. У меня есть обычная версия, классическая. Купила такую, годен до 24-го года. Сейчас я открою и засниму потом. Я открыла. Вот такие флакончики симпатичные. Ну вот что мне не нравится в Lacoste, именно в Intense, что в пестерах, что в обычных флаконах. Я не знаю, специально они делают вот эти вот такие волны, либо это просто такое качество теперь, они уже не стараются. Вот. Мне это не очень нравится. А в целом вообще прикольный флакон. В Шакира интересные флаконы. У меня был другой такой оранжевый. Но я не помню, продала его или обменяла, или подарила. Я уже забыла. Вот. Тут был такой более простоватый аромат. Этот более интересный такой на лето. Цитрусовый парфюмчик. Вот. Так что вот такая у меня покупочка. Давайте сочетаю нотки, какие у нас в Шакире. Так. Верхние ноты бергамот, розовый перец и малина. Средние ноты лист фиалки, цветок апельсина, фрезия, пион. Базовые ноты мускус, сандал и амбра. Ну вот вы знаете, пахнет вот прям сильно бергамотом. Такой перец ощущаю, прям как будто бы я нюхаю перечницу. Перец, бергамот, малину я не чувствую. Цветок апельсина, да, возможно, что-то такое. Пион ощущаю. Такой прям неплохой аромат на лето будет. Я бы сказала, цитрус с перчинкой. Достаточно симпатично звучит. Со временем он становится мягкий, чисто такой цитрусовый. Приятный аромат летний. Ничего такого особенного. Я вам не скажу, что он какой-то сногсшибательный, что нужно бежать за ним. Конечно же, нет. Просто для своей коллекции очень хотела приобрести такой флакончик симпатичный. С таким приятным цитрусовым ароматом. Мне очень нравятся ароматы бергамота, лайма, лимона. Поэтому для коллекции я приобрела. Сейчас закрою. Не хочет закрываться. В общем, потом закрою. Так, Lacoste. А верхняя нота карамель, средняя нота болгарская роза, базовые ноты австралийский сандал, мускус и гималайский кедр. Вот такая композиция. Ну, для меня он пахнет прежде всего каким-то таким шоколадом. Кофе, шоколад и плюс классические ноты Lacoste Parfum. Со временем шоколад у нас уходит. И, в принципе, они очень-очень схожи с классической версией. Просто это приправлено немного такими кофейно-шоколадными нотками. А так, по факту, ну, они очень-очень похожи. Просто это такой немножко шоколадный аромат. Так что, если у вас есть классический, вы хотите просто что-то очень похожее, но немного другое, то, в принципе, можно приобрести такой аромат. Муж его очень любит. Вот, я тестировала, как-то пришла потом, искала, как вкусно пахнет, ему очень понравилось, поэтому я решила купить, чтобы радовать мужа и себя, и окружающих. Так, давайте вам покажу, как выглядит эта помада. Я нанесла на руку, она не будет сильно матовая, она как раз-таки вельветовая, но она должна застыть, еще пока не застыла. Ну, вот такой вот приятный розовый оттенок. Пишите, кстати, в комментариях, нравится вам такая помада или нет, какие у вас оттенки есть. И насчет ароматов пишите, есть ли у вас такие. Вот, так что у меня вот такая покупочка. Да, еще, девочки, хотела с вами поделиться. Пару лет назад я открыла для себя вот такой вот, вот такую оттеночную маску. Раньше у меня была Estelle Newton. Это типа считается профессиональной, а это якобы масс-маркет. Хотя они по составу практически идентичны, даже по запаху и по тому, как они работают. Что хочу сказать в плюс вот этому, что здесь есть темные оттенки. Ньютон таких темных нет. Просто раньше я была блондинкой, я использовала
именно ньютон. Потом я познакомилась с этим, так что, в принципе, и для блондинок подойдет, просто другие оттенки выбирайте. Здесь идет эффект как ламинирование, здесь присутствует, насколько я знаю, кератин. Я масочками этими пользуюсь, у меня еще есть 6, наоборот, там было какой-то еще номер, я не помню просто. Купила я, кстати, их сейчас на Аптека.ру, это не реклама абсолютно, просто хочу с вами поделиться, для тех, кто не красит краской, вдруг аллергия или еще что-нибудь. Со временем, в принципе, у кого седина, если красить раз в неделю, то где-то через месяц, в принципе, я могу сказать, седина закрашивается. Я читала отзывы, и люди пишут, что действительно она закрашивает седину. Ну, у меня ее еще нету, слава богу. Вот, я использую именно на длину, потому что у меня длина светлее, так как раньше был блонд. И что я хочу сказать, цвет реально яркий, прикольный. Конечно, он немножко либо уходит в вишневый оттенок, либо чуть-чуть в рыжину. Но мне это нравится. И еще самое главное, что стоит такая масочка 70 рублей, насколько я помню, 70-80 рублей. Раньше она продавалась в ленте, сейчас почему-то уже не продается в ленте. Вот, я нашла на Аптека.ру ее, можно заказать, там есть разные оттенки. Вот, мне хватает вот такой одной маски где-то на 3 раза. Вот одна маска на месяц, 70-80 рублей на месяц. Так что, если кто-то ищет, чем бы покрасить волосы, потому что тонику я не советую, тоника въедается и потом не отмывается, этот же смывается стабильно, где-то через 2-3 недели. Если подкрашивать каждые 10 дней, то, в принципе, будет цвет становиться все ярче и ярче, и держаться гораздо дольше, естественно. Вот. Так что всем советую. Те, кто красится, либо тонируется, либо можно использовать между окрашиваниями. Допустим, если вы краситесь раз в 2 месяца, вы можете, допустим, один месяц покраситься, на второй месяц затонировать, потом в следующий месяц покраситься. Она никак не мешает краске потом. Краска ложится ровно после этой маски. А это очень важно. Сейчас покажу, что здесь написано. Можете прочитать. Написано держать 3-10 минут. Я держу 40 минут. Вот. Цвет, конечно, не такой будет, как здесь описано. Так что не бойтесь брать. Он, во-первых, смоется. Во-вторых, вы видели мои волосы. Они окрашены вот этими цветами. Я иногда смешиваю их. Поэтому никакого яркого красного или яркого рыжего не будет, если у вас волосы, ну, хотя бы там уровень 6 по цвету, да? 7-8 может дать рыжину конкретную. Если 5, у меня между 5 и 6 тон. Каштановый цвет волос, и он не дает яркий рыжий цвет или яркий бордо. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что зашли ко мне. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорой встречи, пока-пока.